День памяти святого праведного Филарета Милостивого в Ульяновске митрополит Симбирский Новоспасский Анастасий совершил чин посвящения в сестры милосердия. Сегодня состоялось посвящение в сестер милосердия вот этих молодых девушек, которые будут нести милосердие, которые будут подражателями праведного Филарета. Чем мы и хотим напомнить окружающему нас миру. Не только надо просить у того или иного человека, чтобы он помог разрешить наши житейские беды и невзгоды. Но нам с вами, на примере вот этих девушек, и нам с вами надо творить добрые дела. Проект «Православные образовательные курсы» при миссионерском отделе Симбирской епархии действует уже 14 лет. За прошедшие годы контингент слушателей значительно расширился. Он позволяет студентам получить дополнительное образование по направлению основы православной культуры и православной педагогики. Также на курсах готовят псаломщиков, чтецов, регентов и сестер милосердия. Если по программе «Сестра милосердия» до 2018 года мы обучали только девочек медицинского колледжа при Ульяновском государственном университете, то в 2018 году у нас как бы новый набор, новая группа, это старший корпус, сестры милосердия от 18 и старше, то есть уже люди осознанно идущие на дела милосердия. По итогам обучения все выпускники православных образовательных курсов получат епархиальные свидетельства о дополнительном образовании или сертификат об успешном завершении обучения с правом служения в храме или воскресной школе. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.